Начнем с происшествий. Сегодня утром в одном из торговых центров города погиб человек. Руководство магазина сразу после происшествия заблокировало входную дверь. Доступ в помещение был предоставлен только правоохранительным органам и врачам. В наше распоряжение попало оперативное видео. По данным полиции, 25-летний сотрудник подрядной строительной организации выполнял ремонтные работы, когда на него рухнула стена и большой металлический швеллер. В одном из помещений при проведении ремонтно-строительных работ произошло обрушение стены и металлических конструкций, в результате чего погиб один рабочий, мужчина 1989 года рождения, уроженец Республики Таджикистан. В настоящий момент по факту смерти мужчины Следственным комитетом при прокуратуре проводится проверка. В ходе проверки будет установлено, что именно стало причиной трагедии.